Всем привет, с вами Джебикс ТВ, и сегодня я хочу показать, как отвязать номер от страницы ВКонтакте без лишних действий. Значит, для этого вы заходите на свою страничку ВКонтакте, и вот здесь, неважно, что будет или ID вашей странички, или, ну, где вы будете находиться, там в основном ID, убираете все до палочки и вставляете вот такую команду dect php, ну, php. То есть команда будет в описании под видео, и нажимаете Enter. После чего у вас выбирается отключение всех оповещений на мобильный номер. Дальше вводите свой мобильный номер, который привязан к этой страничке, и нажимаете выслать код. После чего вам придет на этот номер код, вы введете код и нажмете отвязать. И все, страничка ваша будет уже без мобильного телефона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.